С приходом весны и наступлением теплой погоды возрастает вероятность лесных пожаров и возгораний на дачных участках. Инспекторы пожарного надзора по Люберецкому району рекомендуют жителям воздержаться от разведения костров в лесопарковых зонах, а также неукоснительно соблюдать правила безопасности в частном жилом секторе. Основной причиной возгорания и пожаров в весенний и летний период является человеческий фактор. Порой даже брошенный окурок или стеклянная тара могут стать причиной чрезвычайного происшествия. На территории городского округа Люберцы особый противопожарный режим пока не введен. Однако инспекторы надзорной деятельности уже подготовили план профилактических мероприятий. Мы будем посещать образовательные учреждения, где также будем доводить информацию о правилах поведения на водных объектах, так и правила поведения в период весенне-летнего пожароопасного периода. И, само собой, основной у нас момент идет – это патрулирование лесов и лесопарковых зон. Предотвратить возгорание несложно, если соблюдать элементарные правила пожарной безопасности. Сжигание мусора и сухой травы должно производиться в строго отведенных для этого местах, не ближе 50 метров от зданий и сооружений. Ни в коем случае нельзя оставлять без присмотра разведенные костры. Особую осторожность необходимо соблюдать при курении. За нарушение этих требований грозит как административная, так и уголовная ответственность. Штрафы на граждан в условиях особого противопожарного режима составляют от 2 до 4 тысяч рублей, на должностных лиц от 15 до 30 и на юридические лица от 400 до 500 тысяч рублей. За первый квартал текущего года на территории городского округа Люберцы произошло 46 пожаров. В аналогичном периоде прошлого года эта цифра составляла 54. Количество погибших и пострадавших также сократилось. В этом году в результате пожаров оборвались жизни трех людей. Один человек получил травму. Проведя анализ, специалисты пришли к выводу, что 90% несчастных случаев происходит по вине самих пострадавших. Луиза Егязарян, Дмитрий Радзянко, телеканал ЛРТ.